Миланка себе уже выбрала. Как я всегда, еще скорбинку возьму. Батончики. Сейчас, а Милан, я хочу посмотреть здесь. Нам нужен еще рис. Смотрите, здесь рис для плова. Вот такой вот. И есть еще вот пропаренный. Мы, наверное, возьмем вот такой вот пропаренный рис. Хлопья. Хлопья овсяные. 10 минут варки. Так, но я люблю 3 минутки, которые где-то варятся в среднем. Сейчас повыбираем. Вот смотри, смузи. Ой. Давай вот такой возьмем смузи. Да? Пойди. Пойди себе. Мороженое набрала. Смотрите, какое мороженое. Ух ты, что это за мороженое такое? Бою Александр. Ничего себе. Грейпфрут. Хочу попробовать. В бельгийском темном шоколаде. Ликуль, возьми вот такие вот пельмешки. Вот эти вот. Цезаренок. Цезаренок? Да. Сейчас, кстати, здесь супер цена тоже на них. Какие чипсы возьмешь? Давай такие. Такие будешь брать? Чипсы выбираешь? Ой, давай не рифленые. Я тоже рифленые не люблю. Милаш, давай не рифленые. Смотри, есть с солью, есть сыр, сыром. Есть бекон. Какие? Какие берешь? Вот эти сырные? Хорошо. Это что за колбаса? Фермерская. С индейка. Ну, давайте очень классно, такого я почитал. Здесь прям состав. Хороший состав? Угу. Тогда берем. Индейка, грудка куриная. Давайте еще в общем, хороший состав. Какие сосиски? Покажите мне. Какие-нибудь. Вкусные. Возьми, там колбаса должна быть, пепперони. Я пепперони пиццу вот сделаю. А вот такие, а смотри, давайте вот такие колбаски полукопченые, охотничьи. Давайте эти колбаски. Давайте попробуем. Возьмем? Это все, видишь? А вот смотри, с индейкой есть еще сардельки. А вот эта колбаса, она краковская. Я не очень люблю краковскую. Не любишь краковскую? Mm. Хорошая, кстати, цена. Давайте возьмем, наверное, голландские и сливочные. Докторский легкий. Интересно, это какой. Смотрите, здесь еще продается косметика. Мои любимые щеточки с натуральной щетины. Такие в коробочке. 249 рублей. Organic Zone. Обожаю эту фирму. Это какая-то новиночка. Я такой бальзам, шампунь не пробовала. С имбирем, да. Что ты хочешь? Таблетки, смотри, таблетки для посудомойки. Аскорбинку. Давай возьмем таблетки. Не надо? У нас есть, да? Аскорбинку? Ну, пойдем сейчас аскорбинку возьмем. Ой, подожди, тут еще крема. Вот такие цитрусовые. Вот такой я пробовала. Хороший крем для тела с маслом ши и дикая малина. А вот это тоже очень классный скраб. Вот эта фирма вообще классная тоже. Очень люблю вот эту фирму. И Organic Zone. Соляной скраб. Гуава для тела. Малина, апельсин и папайя. Вот этот сахарный скраб, он так приятно пахнет. И цвет вообще бомбический. Цены, кстати, очень хорошие. По 299 рублей здесь. Лик, может быть, взять? Да нет, есть. Есть пока еще? Класс, надо же, тоже здесь есть, продается магазин. Да, в магазине. Ну, только если через интернет заказывать, но здесь в магазине есть. Какую ты хочешь искать? Мармелад, кстати. Давай без мармеладок, Милаш. Хорошо? Здесь прям возле кассы всякие вкусняшки. Ну возьми такую-такую аскорбинку. Да. Спасибо. Пожалуйста. Что тут еще есть? Солнцезащитный, так нам это не надо. А здесь можно приготовить еще кофе. Я как раз хотела кофе. Эспрессо, капучино, латте. Сейчас какой-нибудь. Лик, ты будешь кофе?
круассаны, эклеры, пирожные картошечки, сырники даже есть, ничего себе. Вот такие вот круассанчики здесь. Кстати, их очень хорошо разбирают. Давайте возьмем один круассан и кофе. Давай. Так, Лика тут что-то выбирает. Ты точно не будешь круассан? Нет. Или взять тоже? Нет. Лика хочет сгущеночку. Вареная Лика. Она нужна будет скоро. Тебе нужна? Да. Зачем? Папе. Ага. Так, а еще здесь, смотри, есть нутелла, она мне нужна? Нет. Нет? Точно? Да. Ой, давай. Ой, я вот этот зефирчик хочу. Ой. Смотрите, это зефир с ананасами. Я это хочу. И вот это возьмите. А это с шоколадом. Нет, шоколада не надо. Почему? Не, давайте возьмем это с апельсином. И вот этот еще хочу. Давай лимонные вафельки. Лимонные вафельки? Ну, если хочешь, бери. Мой кофе готов, а Миланка захотела горячий шоколад. Калика захотела себе вот такой вот French Dog. Да. А я круассан с шоколадом. Такие щеточки для посуды. А вот это вот, конечно, вообще классные вещи. Я их обожаю. Такой вкусный горячий шоколад. И круассан с шоколадом. Он такой мягенький, вообще прелесть. Мы едем уже домой, ездили по делам и как раз удобно заехали в магазин, не хотели заморачиваться потом, время тратить, в общем, рядом с домом в магазин идти. И, кстати, такой классный магазин, очень много товаров, которые, допустим, не продаются в обычных супермаркетах, к которым мы привыкли. Такие итальянские, немецкие. Да, да. Ну, дома покажем, мы так не все показали, что взяли. Ну, мы когда ехали сюда, не было дождя, сейчас, смотрите, дождик пошел. Так, нам нужно еще зайти в магазин, нам нужно купить бумагу упаковочную. Нам нужно сегодня сделать букет для учительницы Миланкины. Завтра день учителя, 5 октября. День учителя, и будем поздравлять. Кстати, Милана, у тебя завтра... Поздравлять, видео выйдет уже. Да, всех учителей поздравляем с днем учителя. А, вот. Терпения вам. И детей терпеть. Да, потому что на самом деле это такая очень работа не для слабонервных, я бы сказала. Я бы не смогла, допустим, быть учителем, это 100%. В общем, мы сейчас заедем в магазин. Единственное, возьмем бумагу. Наверное, заедем в Фикс Прайс, да, Лик? Я не знаю, где ее можно купить. Или в Азбуке. Буквоед. В общем, какой-то такой магазин. Вот именно взять бумагу для упаковки. Лик, о, Милан, я же хотела сказать, у тебя же завтра еще рисование. И как раз день учителя, надо будет еще по рисованию учителя поздравить. У нас в Питере, видите, прям осень-осень. Я с мамой разговаривала в Сочи, у них еще там плюс 25, плюс 26, еще даже некоторые купаются. Представляете, как классно, да? Но я вот сейчас бы даже на море, наверное, не хотела уже. Вот там штормит, там все равно ветрено. Ну, по крайней мере, вот что вышло. У нас, кстати, сейчас не холодно прям. Вот я сейчас в куртке. Я не скажу, что мне прям холодно как-то. Абсолютно комфортная погода, где-то плюс 12-13, вот такая. Если бы вот время было, можно было... Ну, сейчас дождь пошел, прогуляться можно было, хотела сказать. Но я не пойду. Потому что идет дождь. Не, нам с Ликой нужно еще просто делать букет. Четыре свадьбы смотреть. Мы с Ликой смотрим, слушайте, знаете, подсели на передачу. Четыре свадьбы, да? Да. Бабули. Блин, она такая интересная, эта передача. Вообще, кто смотрит эту передачу, пишите в комментариях, нравится вам. Мы как-то, ну, мы иногда, знаете, бывает, там включим, идет эта передача, но мы посмотрим. А сейчас прям вот, знаете, в интернете уже ищем и смотрим. Вчера смотрели вечером. Потому что она очень редко купила. Слушайте, ну такая интересная, да, Лика, передача? Да. И Миланке тоже интересно. Да, Милаш? Немного. Ой, немного, зато... Да, понятно, это чтобы уроки не делать, короче. Вчера Милане говорю, ну а давай уроки. Ой, нет, я буду смотреть передачу.
Еще осталось две свадьбы. Две мы посмотрели, осталось еще две свадьбы. И она говорит, я досмотрю, потом будем делать уроки. Пришлось нам нажать паузу, сделать уроки и потом досмотреть. Так Милану бы и не заставили делать уроки, она посмотрела. Там, кстати, мы смотрели, девочка-блогер, да, была свадьба? Да. Но она не выиграла. Не выиграла. Выиграла другая девушка. Хотя у нее была красивая свадьба. У нее была очень красивая свадьба. У них там в среднем бюджет выходил на свадьбу. 400, у двоих 400 тысяч, у двоих 500 тысяч бюджет. Свадьбы обалденные были. Мы как-то смотрели, одна делала свадьбу, миллион, да, потратила. Вообще ни о чем. Слушайте, вообще ни о чем, она и не выиграла. Ну, как-то там она такая была, ну, не знаю, она любителя. Зашли сейчас в буквоед, нам нужна бумага тишья. Давай спросим, мы долго будем так ждать, искать, то есть... Ой, смотрите, какие маленькие эти, классные такие. Желуди, искусственные мандаринки, шишки. Лика, нашла вроде бумагу, сейчас пойдем посмотрим. Нашла, Лик? Желтенькую берем. Ну, желтенькая. Слушай, ну синюю как-то, два желтого возьмем. У нас синий будет желтым, да? Так, я разбираю сейчас продукты. Сейчас первым делом надо убрать мороженое. Лика взяла вот такое вот мороженое. Это пломбир с розовым грейпфрутом. Честно сказать, такое не пробовали. Думаю, будет вкусненько. И вот это вот наше любимое мороженое. Манго и малина. Сейчас я уберу в морозилку. И в морозилку также сейчас, знаете, что пойдет. Взяли... пельмени вот такие вот, Миланка их любит. Мы вообще любим сами делать пельмени, но не прям такие маленькие, а это они разноцветные, часто такие берем пельмени, цезаренок. И взяли вот смузи, это черная смородина, клубника, вишня, это для смузи ягоды, сейчас это все в морозилку уберем. Взяли вот такой вот зефир. Ананас это в шоколаде, в глазури с апельсином. Лика себе взяла эклерчик, ой. Катается он. Кстати, такой аромат малиновый. Лик, и мороженое тоже тогда убирай. Очень интересно попробовать вот это мороженое прямо. А пастилу Лика захотела с клубничным вкусом взять. Взяли разный сыр, была дегустация, но я не пробовала, но Милана с папой попробовали, говорят, очень вкусный вот этот сыр. Честно сказать, вот, допустим, в других магазинах я не видела, но я уже говорила, что заметила, что в том магазине есть такие продукты, немножко необычные, не в каждом магазине такие увидишь. Это с тыквенными семечками. Такой голландский, российский взяли, и вот такой вот сыр я, допустим, не видела, но это фермерские продукты, вот поэтому, наверное, не в каждом магазине они, собственно, есть. Это какой-то докторский легкий сыр, будем пробовать. Лика себе взяла вот такие вот вафли лимона, ну как себе, она захотела их попробовать. А, так, это у нас что? А, это у нас, смотрите, скидки еще какие-то есть, нам положили вот на кассе. Акция, смотрите, кофе в подарок. При покупке 5 кофе, 6 кофе в подарок. И еще, смотрите, ух ты, спецпредложение. Водичка и вот типа хот-дог. Это 199 рублей. Кофе, кстати, очень вкусный. Я уже говорила, мы там брали. Взяли, ну что, буду готовить Милане завтра какой-нибудь такой супчик. Вот с такими вот мини-разноцветными макарошками. Еще взяли яичные макароны, взяли вот такой вот чай, мы такую фирму берем, мне нравится этот чай, это с шиповником и малиной, еще вот такие вот макароны взяли, колбаса, пепперони, Лика еще взяла сгущенку вареную, майонез, мед, акация, липовый. У меня сел телефон, и пока я его зарядила, девчонки уже открыли чипсы. Взяли они со вкусом сыра, уже разрезали колбасу. Вот эта колбаса, пепперони, очень вкусно, очень. Еще мы взяли вот такую вот колбасу, вот, фермерская с индейкой. В общем, сейчас я все это буду убирать. Миланка там набрала себе сладости, еще всякие батончики сладкие. Заварю сейчас себе зеленый чай и, наверное, откроем вот этот вот зефир. Еще заметила, что на многие товары даже не то, что есть и скидки, но помимо скидок цены приятно отличаются от других магазинов. Допустим, там мы смотрели даже кофе дешевле, чем в обычных, ну, в других магазинах.
находится этот магазин, улица Благодатная, дом 35. Магазин открылся совсем недавно, и, может быть, кто-то живет даже в этом районе, ну, а кто-то, может, вообще захочет заехать в этот магазин. Я думаю, вам он понравится. Большой ассортимент, большой выбор. Так, ну, а мы сейчас с Ликой будем делать подарок, букет к дню учителя. Вот такой вот у нас получается букет. Мы все подобрали... В клей. Да, все постарались подобрать по цвету. Мне кажется, у нас получилось. Да, смотрите, красиво. И бумагу у нас, я уже показывала, мы взяли в желтом. В какую? Вот белая еще лежит. А нам еще белая нужна, да? Взяли вот такую вот. В желтом, да. И еще есть вот такая вот белая бумага. Как считаете, красиво получается? Мне кажется, прикольно. Такой вот от себя букетик Миланка подарит учительнице. Такой букетик я подарила классному руководителю на 5 октября. Да? Да, день учителя. Красиво? Да, он такой невесомый. Я сначала... Только не надо его лишний раз трясти, милаш, хорошо? Я такая беру или такая. Очень красиво вообще, мне понравился. Да. И чай, шоколадка, все, да? Только я, кстати, нужно. Такие букетики дарю. Да? А здесь как будто отец. Лепесточки таких цветов. Красиво очень получилось. Палочки такие.